Привет, меня зовут Махабат, и меня, как будущего врача, заботит о здоровье детей. Одна из причин детской инвалидности является дисплазия тазобедренного сустава, которая встречается до 38 случаев на 1000 новорожденных. Таким образом, она становится не только медицинской, но и социальной проблемой. Для решения данной проблемы мы разработали профилактические ползунки, где ножки малыша будут находиться и поддерживаться в правильном положении. Я детский ортопед и занимаюсь профилактикой патологии тазобедренного сустава. При ранней диагностике и лечении этой болезни можно избежать операции по восстановлению сустава. Ползунки отводят ноги и помогают предупредить вывих головки бедра. Также, в отличие от других, они мягкие, удобные и для повседневного применения. Я швея, а также многодетная мама. Я рада работать с проектом Тай-Тай и приносить пользу обществу. В данный момент мы распродали значительное количество товаров и расширяем спектр нашей продукции. Благодаря проекту у нас есть возможность помочь детям и многодетным мамам, ведь здоровье детей бесценно, и мы хотим трудиться на благо обществу.